вот единственные выжившие в моем дворе две кисулечки. 5 штук исчезло куда-то. Причем как бы две, ну как бы странно, подозрительно, что они пережили, значит, осень и зиму, да, практически 6 месяцев, даже больше. Кое-кого летом подбросили, вот. А вот двое последних с разницей в неделю исчезали, просто вот как бы без следа. Ни трупов, ничего нет. И 5 штук таким образом за 2 месяца испарилось. И вот оставшиеся в живых 2 всего.